Так, ну что, я уже, Алексей, я уже, блядь, продумал, блядь, сколько вариантов, нахуй. Я твои варианты продумал тоже. Охуеть, а когда ты уже походишь? Ну, говно какое-то у меня на вариантах тут. Походу, девка Абоба, да не Абоба, это эта, которая Дискорд-сервер, название на очке выбрала, бля, рофлит с ней еще. В смысле, чё? Блядь, посмотри видос, который Джока кидал, там 4 минуты, блядь. Ну я, да, я посмотрел, просто вчера дальше. Ой, вы про ту стримишь? Я, бля, рофлил пиздец. Пошла жара. В смысле, так это стример или стримерши? Ну это стример, который считает себя стримершей. Это не стоп, может быть. Ебать, а я думал, это девчонка. Блядь. Давайте идти вообще как? От начала. На огороде ебаные вороны, для которых ставят пугало. Это в начале. Также в огороде есть сорняки, а дуванчик является сорняком. Ну, есть качан. Это кто вот тыкает? Вот кто тыкал сейчас? Качан капусты, да. Нет, ну, это из другой команды кто-то тыкал и подсказал нам. Спасибо. Нет, с другой команды нельзя. Это из другой команды кто-то тыкал. Я понял. Да, вот видите, он тыкает. Кто-то нам подсказал. Годовщина на огород выехать. Подсвечивай, что это Дима. Нет. А, да, это Дима. Это не я. А, да, подсвечивай. Это не я. Это не я, блядь. Это не я. Так, ну, давайте подумаем, что... Ну, огород еще, может быть. Ребят, даже вот одуванчик, ствол и листок. Сток? У меня в огороде гробница была располагается. Я думал вороны, если честно. Я думаю, одуванчик. Давайте нихуя, или вы... Фу, хорошо. Я нашел антюр нормально. Там нормально, нормально. Растопка. Есть костер. Дрова, костер. Костер, да. Может, печь есть? Есть тополь. Типа тополина медь. Ну, за листком можно. А может быть батарея? Батарея греет. А, ну, кстати, да, вполне. Но это батарейка, вряд ли. Ствол, типа, ствол дерева им тоже топит. Батарея реально, да. Растопка нахуй. Листок. Кто на карлик? Есть батарея, есть батарейка, кстати. Нет, я к тому, что очень часто, когда охапку собираешь, растопки, там листья появляются. Я бы листок выбрал. Я бы листок выбрал, потому что листком... Мы с НДМ играли Green Hell, там листками надо разжигать, по-любому листок. И топ, да. Сейчас, погоди. Что еще у нас есть? Ну, вероятнее всего, это самые простые. Растопить сердце. Ну да, кстати, хорошо реально, очень хорошо реально. Растопка. А там черное слово, Максон. Именно растопка. Да какое сердце, растопка. Листок или сердце? Давайте листок. Да. Жестко. Ну растопка, ну как и растопка, растопить он бы уже написал. Давайте зачилим. Оно ж не звучит, нихуя, сердцем. А Ива в доме? Наверное. Там дождь пришел? Да, ливень. Классно. Чистенький придет зато. Смазка, о, да? Смазка, это 2. Жаба и принц. Почему? Крем? Вот. Да, крем. Да как ты еще не нажал? Не знаю. Блять, я очень удивлен, что ты еще про меня никак не прошутил, блядь. Я почему-то думаю, что шестеренка смазать маслом, типа. Шестеренка, да. Хотя графон постоянно какую-то хуйню. Ну я хуйню говорю, но я то, что мне в голову приходит, оно обычно самое верное. Батарейка, ствол, операция, стиль. Ствол можно еще смазывать, если это оружие. Ребят, смотрите, канал. Я отошел, мне принесли. Наш ход, паузу, пожалуйста. Ну я думаю, это шестеренка. Ребят, он это Алькор, я знаю его, точно это имел в виду. Ну шестеренка типа подходит, мне кажется, нет. Ну ребят, ну канал не, это. Не, ну честно, но это же хорошо. Не думайте, просто слушайте Карину, не думайте. Ну это же хорошая идея, блять, была, ну ебаный в рот. Не проблема. Ну хорошая, согласен. А шоу вы нажали? Ага, шестеренку мою. Так, Максим меняет планы уже, там два под доску стирает, такой заново хуякс. Ниточки протягивает. Да слова связаны шестеренкой, так оп, наоборот сейчас надо. Просто я не знаю, что здесь еще можно, ну, реально смазать.
Ну, чел, ну что, в смысле не знаешь? Ствол. Революция. Кстати, блядь, это же Алькор, реально. Ребят. Ну, канал и ствол, блядь. Алло. Я ушел принимать. Окей, алло. Алло. Да, да. Я говорю, революция. Так, Максон же, это ж... А, Максон за... Он уже написал. Так, это же союзник. Красногвардеец. Лиза лучше знает Максима. Подожди секунду. Ну все? Да, в принципе. Ну ствол берем, получается. Просто как я сказал, можно ствол смазывать у оружия, блядь, этого я не понял. Короче, одуванчик и ствол. Ну ствол типа как оружие. Да нет, типа, он достал ствол и смазал его. Не, ну одуванчик, одуванчик на огороде, ну может быть вполне. А мне кажется, ворона что, сраная, блядь, еще. Ребят, ну, кажется, смазка, это огороду, окончание. Это... Нихуя себе. А зачем окончание? Ствол, анал, окончание. Так смазка на окончание не нужна, блядь. Так тогда была бы смазка 4, блядь, там или 3. А там всего 2. Ну сейчас, если оружие напишет, то... То что? То это точно ствол. Хорни Лиза. Что? Рафон, ты видел смайлик, я добавил себе анимированный? Старыга, который? Алькор, с глазами? Не-не, там такой дополнительный, типа. Алькор? Нет. Малефисент. Алькор тут? Бля, у Малефисенты да, пишет, был, да. Был чел Ворона. Ворона, ну, Ворона. Ворона, да, Ворона был чел такой. Потом она... А швея там, она... Принц, там принц был. Там принц был, швея, да, потому что там... А швея была, это не там? Там нет, там в сказке была хуйня, что она об иголку швейной ну, да, машинки да. укололась, типа. Веретен... Об веретено она укололась. Ну да. Да. Ну, уверен, подожди, уверен насчет швеи? Думаете, Алькор... Ну, я думаю, да, но... Ну, okay. Вот. Ну, это 3 мы взяли, да? С Малефисенты. А дуванчик там был? Не летали на дуванчике? Хуй его знает. Но, слушай, Малефисента... Малефисента... Вроде не было. Я не помню, но Малефисента умеет летать. Супермен тоже умеет летать. А может, там что-то с сердцем? Ей не разбили сердце, случайно, Малефисент? Бля, хуй не знает. А сердцем-то не было, что кто смотрел? Разбили сердце, надо делать операцию. Бля, ну может... Нет, сердце да, можно связать может... с операцией. Бля, ну а одуванчик... Давайте подумаем, что, с чем можно связать. Так не, давай. А Малефисент это сердцем, типа, зачем? Не-не-не. Смотрите, ну, одуванчик а и тополь, это может быть... Ну да, я тоже думаю, она может прошлое закрыть, типа, огород на одуванчик или давай, ствол на смазке. Давайте ствол. Или вы еще гадаете там? Пиздец, гений, а, блядь. Да. И чё, одуванчик что по огороду есть? Закрываем? А в огороде нет, тополь одуванчик есть, тополь? С пухом можно так, связать подожди, и стоп. С тополем, если так, это наши слова. Так, а огород это могла быть ворона и качан? Могла. Давайте блядь. Скипнем. Не, давай тогда посмотрим, что еще у нас с Малефисентой может быть. Я говорю, окончание. Я... Окончание? Да не знаю. Знаешь, что я подумал? Честно, Малефисент тоже летать умеет, Супермен тоже да, умеет летать. Да. Я вот так поэтому, блядь, подумал. Да бля, ну хуйня какая-то. Ну типа, все, ну, что да. в голову пришло, не с чем таким больше вязать вроде бы. Ну давайте тогда скипнем. Ну давайте скипнем. Ну неплохо, хорошо сыграли. 4 слова взяли. Так вот, а что за смайлик-то, Сеня, я что-то не понял дополнительно. А, ну там типа Оскар передает. А, да, бля, заебись. Не, не видел. Слушайте, а это фейк, кстати, или правда то, что добавили на Twitch смайлики для N-сабов? Да, да. Да, 5 штук можно добавить. 5 штук, да. Прикольно, слушайте. Да. Там вам написал? Мехвариор. Ебать. А кто-то кроме тебя играл в Мехвариор? Я вот тоже. Мехвариор 5. Я играл, там есть карлики, я вам говорю точно. А Сеня, Раду, вы прочитали то, что я кидал? Да. А я Диман, просто... ты играл реально? Так поздно нет. ответил, короче, что я... Нет, писал, нет, в смысле, вот тут... сейчас. А, мне кажется, это будущее. Мне кажется, это будущее. Нет, сейчас нет. Лиза. Сейчас посмотри Раду. Нет, да. А, вон, вижу, да, все, мне кинули. Бегу. Ну, у тебя там прикольно, у тебя там и футболистик, блядь. Я бегу. Так, что выбрали? Тебе как радуга? Ничего, ну, не никто знаю. Из нас не шарит за мехвариоров, так что давай ты выручай. Может, мне кажется, это будущее. Я думаю, батарея, да это будущее. Я тоже думаю про батарейку. Мне нравится. Будущее? А, порт, батарейка? Возможно, порты у них какие-нибудь космические были. У них маленькая или большая батарейка? У них там, чтобы мехвария рубить, там с тополя надо стрелять, поэтому, может, тополь? У них наушники, наверное, были, они что, ну, по связи общаются. Подлодки атомные какие-нибудь. Подлодка, да, подлодка.
Точно? Мехвариор и подлодки? Я просто не понимаю, не знаю вообще, что такое мехвариор. Лиза, серьезная подлодка? Там это Вархаммер или что? Ну, либо порт, либо подлодка. А союзники там есть? А может, батарею он имел в виду? А стиль, не, там, или по союзникам? Нет, мы взяли батарейку. А тут батареи отдельно нет. Батарейку выше батарея, вот. Есть. А, есть, ёбаный рот, ну тогда да, реально. Артиллерийская батарея так-то. Жёстко, блядь. Походу, батарейку зарандомили мы, реально. А может, и то, и то? Нет, он имел в виду, скорее всего, это. А смайлик Ян Сабов, типа, они могут юзать и на других каналах, если ты зафоловили? Нет. Вот это, нет, наверное, видимо, только на канале. Ну все, Граф, вам придется песню на сапку перепевать. Теперь сапки для смайлики для ансабов есть. Бля, меня спросили, типа, Графон, ты сделал смайл для ансавов? Я написал, да, Бэттер ТВ, блядь, давно уже есть. Ну, хохот. Хохот, да. Гам. Шум гам, типа. Наушники? Шум сердца, может? Да, вот шум сердца. Нет, шум сердца классно. Так, не, ну давайте хохот и гам, это же логично. Не, Карин, шум в сердце это не классно. Это не классно. Но в сердце же может быть шум. Я не нажала, потому что... Ну, ладно. Сюда! Вы все правильно с мехвалером угадали. Вы настолько все четко отгадывали до хохота, блядь. Блять, ну шум, ну хохот ну, же, ебаный. Ну шум гам, блять, наушники, шумоподавление и прочее. В порту шумно, блять. Пиздец. Супермен, ты гениально подошел, блять. Это Малефисента было с Суперменом, да? Ну там, блять, гениально было просто, я в ахуе был с тебя. Ну, блять. Гробница, сердце и Супермен я пытался вам потом связать, но хотел вам связать в одно. Наушники, гам, порт. И что-то еще это. Типа портовый шум? Ну, типа, всё, порту шумят, пиздец. Давайте еще одну, и я пойду. Да, давайте. О, я опять пишу, я уже писал. Давайте решафл. Я тоже писал, давайте кто-нибудь другой, если хочет. Я бы хотела пописать. Графон вообще два раза тоже подряд, да, писал. Нет, два раза подряд не писал. Еще раз. Я уже писал. Карина. Да. Шафл. Еще раз шафл. Да, что-то меня с Графоном любит рандом. И Дима тоже. О! Арсений, ты писал уже? Да. Ну, Карина хочет. Да, ну, Карина я хочу. Так поменяйтесь местами. Да, так не, можно же поменять места и не шафт, не слоты. Пока Карина не будет просто и все. Так может только еще кто-то хочет. Ну, их, пускай кто-то второй хочет, достанет. Кто хочет. Ну, я могу встать. Я попишу с удовольствием, я один ну, раз. Все, ну, вот, давай Лиза, вместо тебя, Карина. Да, и этот просто слова за решафл. Ну, давайте, дайте я выйду, типа. Ну, да. Дайте себе не выйти, остановите. Остановите, ну, дайте себе не выйти. Поехали, поехали. Угу. Рванули. Так. Ой, игра закончилась, да? Нихуя себе. А когда так? А что случилось, я, блядь, вернулся только? А кто выиграл? Да мы въебались, блядь, на хохоте, взорвались. Поздравляю. Да, прошел, выиграл. Изи. Дима, вот у нас была такая жара сейчас 2 недели, я наконец-то понял, почему ты отходил в душ все время. Конечно. Я прям вжился в твою эту... Спасибо. Твою личность душмана. Я душман. Дима, завтра Тарка и Вайп будешь играть? Что завтра? Тарка и Вайп. Бля, вообще думал, а ты? Нет, конечно. Бля, поиграли бы. Ты не знаю, блядь, падлу как-то. Типа, не знаю, может первые дни только, блядь. Типа, хуй знает. Кто Лиза, любит пенис? Подготовка к словам. Максим, у тебя играет музыка про любовь к пенисам? Я? Нет. Блин, ну дождик это балдежно. У нас веранду залило, как это может быть балдежно? Это нормально. И у вас вроде проблема. Вообще дождик это балдежно.
А то, что вам залило веранду, это же не ваша проблема. Ну, в том смысле, вы же снимаете это. Кок, большой кок, где-то на борту. Ничего не будет на веранде. Повар и борт, типа, на борту кок. Что и будет. Кок. Но это может быть и нож. Кто-то еще не нажал на кок, повар. Это Максим. Я виноват, я потому что сам ем сосиски. Повар, кок. Что еще может быть кок? Колбаса. Ну, я говорю, я типа сказал, это может быть нож, это может быть борт, да, на борту, типа кок. Угу. Причем, я даже думаю, что, скорее всего, это все-таки борт, потому что именно кок написано. Бля, мужики, бортовой кок. Кок в штанах, мужики. Большой кок, да. Ладно, давай на борту, реально, ну борт. Давайте борт возьмем, да. Кок не просто так. О, вот же оно. Большой куш, большой кок. Мерзкий. Мерзкий два? Крыса мерзкий, Арсений? Блин. Ну, хуй знает, кому-то мерзкий. Кому-то... Скунс. Ну, Карине-то нравятся крысы или что? Крысы. А, мерзкий скунс, мужики, 100%. Это Карина всегда так говорит. И крыса. Аптекарь, считает она аптекарь. Проверяйте, Карина считает холодец мерзким. Да нет, это его только так лупит, и что? Да? Ну, я не знаю. Есть еще медведь. На Новый год к вам не ездил, не видел. Как она относится к полковникам? Мерзкий полковник. Мерзкий полковник Гамирес. Да, мне кажется, крыса реально. Давай крыса. Не подходит под мерзкий крыс. Мерзкий крыса. Ну, мерзкий крыс-кунс. Мерзкий скунс, мерзкий нож. Мерзкий скунс? Мерзкий запор. Как вообще Карина к запорам относится? Хуйный вопрос. Ну, мерзкий холодец, ну, блядь. Ну, давайте значит. Крысу, я не знаю. Как она любит холодцы, блядь, Арсюха? Ну, скажи, блядь. Так только что любит, сказал. Любит блядь. Ну, что значит, так, крыса, все, блядь. Обезьян любит, обезьян любит. Мерзкие обезьяны. Верно. Давайте ну, только в чате. Россию, она любит Россию. Хорошо, заканчиваем, давайте. Но мне кажется, крысы нам повезло. Она любит хомяков? А я откуда знаю? При чем здесь хомяки? Ну, типа, кто-то а не... А при чем Россия? Айболит 3. Аптекарь. Аптекарь? Да. Обезьяна? Обезьяну лечил, блядь, ходи к нему. Потому что Айболит это же ветеринар. Приходи к нему лечиться, обезьяна, волк, волчица. Все так и было, блядь. Подожди секунду, давайте сейчас еще раз глянем. Давайте подумаем. А потом возьмем. А, мультфильм, ебать! Мультфильм. Кстати, мультфильм, Айболит хорошо. Айболит это мультфильм. Ну вообще, это же... Нет, а, да, это же... Не, ну это мультфильм, но там же произведение послужило. Ну, да, ну, типа, обезьяна-медведь, да, обезьяна-медведь будем брать, да. Бутерброд. Бутер. Колбаса. Колбаса. Гвозди. Нож. Ты, колбаса это чел в чате, блядь. Димка. Дима. Бутерброды опять, это запор. Опять в душ ушел, блядь. Если есть бутерброды, то у вас будет запор. Ну, вообще-то да, если чисто бутербродами питаться, то пиздец будет. Фактом. Так, хлеб не, нахуй не пить воды, да. Хлеб закупорится и все. И вам придется пиздец. Потом платить выкуп Айболиту. Полдник еще есть. Почему выкуп? Нет, ну лежать в больнице. Придется лежать в больнице и разгадывать кроссворды. Давайте нож. Может нож? А почему нож, а почему не полдник? А полдник это что? Бутерброд, ну, типа, полдник. Мне даже кажется, полдник больше. Немножко. Это между обедом и завтраком. Это в 12 перекус такой. Перекус. Бутерик давай. Сам бог велел съесть. Давай полдник. Пиздаем. Эх, повезло, блядь. Жалко, что не похуже. Ну, мы берем обезьяну и медведя, получается? Да, да. Ну да. Валяется. Давай сначала обезьяну и медведя закроем. Она не остановила нас от обезьяны и медведя. Да. Somebody stop me. Так, хорошо, Миша. Миша, да. Миша, ты часто к Айболиту ходишь, Мишань? Да нет. Нет? Валяется. Валяется. Гильза валяется. Гвоздь. Может. Гвоздь валяется, пиздец. Гвоздь валяется. Гвоздь и гильза, да. Я думаю. А у нас два? А валик да. Валяется, кстати. Это еще соринка? Не, ну а валик валяется. Соринка. Давай лучше гильзу реально валяется. Или гвоздь. Сначала гвоздь. Гвоздь, наверное. Я подумал, наверное, да. Гвоздь валяется? А что? Не, ну типа, а знаешь, еще? Да, когда гвоздь лежит где-то, хуй знает где. Ну там у меня где-то в гвозди валяются, поищи.
Я про такую часто фразу слышал. Бля, ну ладно, звучит уверенно. Не, ну гвоздь надо брать, да. И гильза, скорее. У меня там запор валяется, бля, поищи. Ну опять же, такие разные предметы. Вообще, да, я понимаю. Ну ладно, давай гильзу. Не, ну надо, надо гильзу. Ну валяется больше. Валяется. Ну гильзы по полу валяются, по-моему. Гениально, пиздец, вообще. Я просто это сказал, когда валик, я прям нахуй начал нервничать, потому что валик тоже может валяться. Знаешь, как у тродовика там валяется где-то так все. Я тебе знаешь больше скажу? Логопед тоже может валяться, понимаешь? Нахуярил логопед, нахуярился и валяется. Так, блядь, холодец валяется в холодильнике, да, штаны, ну, штаны валяются на кровати, блядь. Это типа слишком стопанный, блядь. Это молния? Охуеть. Кто-то не нажал на энтор, да. Полковник пьяный валяется, блядь, после праздника, нахуй. Полковник, да, кто угодно валяться может. Полковник валяется. Не, ну все еще, если мы берем какой-то мелкий предмет, то самое мелкое, что здесь есть, это гвоздь и гильза. Ну да. Соринка, естественно, земли 2. Ну соринка вряд ли валяется, соринка. Хотя химия такой, дрожь. Ее даже не видно. Ну давай. Земли 2 это графика, это земли графона, если что. Дрожь и скала, возможно. Дрожь скалы, фильм такой есть. Или это Арсений вам, кстати, за воду Крыма месть от боженьки. Я ее не забирал. Как? Я думаю, скала. Скала, фронт, говорю, может быть, тоже. Давайте скалу. А может фронт, типа, это наши земли? А, да, я тоже думаю про фронт, кстати. Но или Алькор, все-таки скала? Блядь. Типа фронт земли? Алькор, блядь, хуй ты еще базаришь? Законами запрещено, ну, похуй, давайте что-то выберем из этого. Скала, давайте скала. И ножик. Ага, ебать, понял. Видели, как я накликал, они сразу проголосовали. Да, бля, Радус, давайте что-нибудь кликнем, блядь. Давайте быстрее. Да подходит скала. Ну скамейку в землю закапываю, значит, это скамейка. Ногами. Ногами два. Хуярите. Переход. Переход есть. Ногами, да, переход. А что еще есть, да? Штаны, типа на ноги. Штаны на ноги. Штаны на ноги, да. Не, ну а что, слушай, ногами, ну типа переходить и надевать на ноги штаны. Приближаться ногами. Ну, блядь, это такая хуйня. Ну, блядь, ну так написано еще ногами. Ну, переход, я согласен. А почему тогда не написать просто ноги, например? Переход и штаны, ну, блядь. Ну, типа то, что переходит ногами. Ну, давай переход попробуем. Переход, вот самое нормальное здесь из всего. Я бы вообще, естественно, второе... скипал. Блять, а я бы штаны, думаешь, взял. Я бы штаны тоже, наверное, взял за 40 гривен. А ногами. Приближаться ногами тоже можно. Обороняться ногами, бля, можно, блять. Обороняться ногами, ну забавно. Запор ногами можно попробовать прочистить, я не знаю. Ну хуй знает, тут штаны больше всех. Я без идей, я проголосую за то, что вы проголосуете. Я типа, ну я подумал на штаны, но мне доверять тоже, знаете, такое типа. Я бы тоже штаны, но можем скипнем. У нас 4, у них 7. Ну давайте. Если что, будем иметь в виду штаны и. Да, если что, штаны. И, кстати, Арсений за нашу команду приближение сказал, тоже неплохо. Потому что если бы он сказал ноги, да, это было бы одно, тут ногами. Переходить и приближение, да. Ну, типа, с переходом стыкается. Можно. Логопед. Давай логопед, где он? Давай. Ну не всего одно слово, он, видишь. Логопед, о, раз... который лого делает. Да, да. Логи пишет, да, который, да, на сервере. Раз у них одно слово, можно, а есть как поступить? Так. Дайте нож на бутерброд. Да, да. Пускай Лиза угадывает. И на землю еще. Я и так хотел. Но... А потом либо фронт, либо оборона на земле. Уже, да, надо его забирать. А... На бутерброд. Смотрите, а... А старинка не подходит к земле? Запас бутербродов может, типа, или там холодец как поесть? Ну, у Карины, думаю, может. Бутерброд с холодцом, нихуя себе. В смысле, блять, может? Я думаю, коллекция. Коллекция бутербродов, возможно. Коллекция на что? Ну, бля, вы опять хотите нож, просто чтобы нажать его. Да нет, нож, потому что ты делаешь бутер с помощью ножа. Нож, потому что много раз про него говорили. Типа, либо это фронт земли, либо это оборона земли, блять. Давай, думай, Арсений. Оборона земли. Это звучит как фильм российский, бля, ну это, блядь. Пришеленцев каких-нибудь. Мы хотели фронт изначально. Это описание фильма «День независимости». А возможно, вообще дальние земли. Короче, у нас либо фронт, либо соринка. Ну потом, ну напоследок оставим. Фронт или соринка? Оборона. Ну давай, давай скипнем, напоследок оставим. Бля, это же с бутербродом тогда лук был, когда я заорал, и у камера было слышно. Бля, просто если фронт их словом, мы проебали. Да какой лук, бля. Если фронт их словом, мы проебали. У меня сегодня невероятный лук. Договоримся пикнуть штаны? Нет, давай мы подумаем. Не, будем, нет? Не, мы пока думаем. Бля.
А, ну штаны, штаны. А почему штаны? А, за 40 гривен, да. Да, еще кое-что. Ну и этот запас гривни, это по-любому запас неприкосновенный. Подожди, оборона. Холодец, кстати. Выкуп, да, за... кстати. А холодец — это украинское блюдо, кстати? А вот хуй знает. Мне почему-то кажется, что да. Мне кажется, гривнем место только вот здесь. Звон гривни. Ну, звон. Они же бумажные. А я думаю, выкуп. Выкуп, ну, типа, деньгами, гривнями. Выкуп, кстати. Выкуп неплохо, выкуп, ебать. Же... Запас выкуп, гривни. Я поэтому и сказал, что Настя... Я типа, просто слышал. А выкуп всегда гривнями платят, да, получается? Нет. Ну... Да, да, всегда, чел. Я за выкуп. Я за выкуп, в принципе. Выкуп гривен — это единственное, что нормально подходит здесь. Так-то валюта на подъеме. Ну, все, туда и дорога. Мне, кстати, кажется, что приближение — это наше слово. Типа, как дрожь земли и приближение земли. Типа, запас земли, может. Земли. Приближение земли — это типа там... А может быть, запас земли? Арсюха. Ну, типа, да, там, запас земли. Ну, может быть, блядь, говорю, спокойно, астрология какая-нибудь. Компьютерная соринка. Графика. Компьютерная скамейка. Геймерская. Компьютерный валик. От Razer, блядь. А что это компьютерная... Не знаю, мне кажется, коллекция еще, нет? Ну да, только компьютерная. Оборона. Либо соринка, либо астрология, либо коллекция. Типа дисков вот этих вот, которые... Ну да, ну типа соринка не может быть, астрология тоже не может быть. Блядь, ну серьезно, Сеня, ну я бы сказала дизайнер, если бы это была коллекция. А что еще? Компьютерная, что еще? Оборона, я к вам, оборона, оборона. Компьютерная оборона, оборона. Тауэр Дефенс. Оборона земли, дождь земли. Это была оборона земли. А компьютерная оборона — это что, типа, когда дети, не знаю, в компьютерном клубе от гопников отбиваются, чтобы они у них минуты... Федор Бондарчук во всех кинотеатрах. Оборона земли. Компьютерная оборона земли. Знаешь, как... Компьютерная оборона. Компьютерная оборона земли. Был фильм «Морской бой», сейчас будет «Компьютерный бой», блядь. Что, все, расходимся? Бля, я бы еще... Ну давай еще одну, да. Я бы сыграл тоже. А потом в Дредхангер, бля. О, да, Дредхангер. О, нет, пойду в ДБД. Бля, Дредхангер. Лучшая игра. А ты не хочешь говорить, Настя? Не-не-не. Ну как хочешь. Нет, Арсений просто не хотел до этого. Лиза против Димаса. Я хотел, я просто слот уступил. Есть желающие? Я уже был. Есть желающие написать? Да. Я что-то... Я, да, я хотел. Арсений и кто еще хочет? А кто поскольку загадывал? Я один раз. Я тоже один. Давайте тогда пока Арсений не появится. Я потому что два. И кто с ним будет, тому и судьба. Шафли пока Арсений ничем не будет. Кто с ним будет, тому и судьба. Шафл. Шафл. Или там так быстро нельзя? Не-не, подожди, сейчас перепикаем. Быстро не получается. Ага, шафл. Компьютерный мир победил. О, есть. Все, с Алькором. Уберите Алькора. Не, ну давай, он накрутил. Играем. А почему убрать? Ты хочешь стать это, писать? Нет, просто ты уже столько раз загадывал. Ну да, дохуя, да и Арсений дохуя раз загадывал. Лучше бы он радуга не загадывал. Я два раза был, просто вас не было. Да? Да. Ебать, а у меня... 467 на 467 было, нихуя себе. Да. Мишаня, а ты сегодня в салон красоты идешь? Нет. Машуня! Радуга. Машуня! Я тебе посоветую маникюрщицу одну. Там сказали, что такое наждачки нахуй не существует, чтоб мое лицо оттереть, блядь. Кому нужен ломтик биткоина? О, компьютерная. О, компьютерная оборона. Подожди, какая-то... Компания уже, блядь. О, компьютерная оборона. Кстати, можно патент. Патент, блядь. Ну ты, Радуга, контент делаешь, пиздец. Можно антивирус свой так назвать. Компьютерная оборона. Компьютерный мир победил. Кто первый ходит? Да, это уже было. Кто первый ходит, говорю. Я. Мы ходим.
Пойдемте в пятницу. Я бы сыграл. Лучше Дредханга. А я бы сыграл идеально. В пятницу я бы сыграл. Ты это сделал. Да, да. Я бы тоже сыграл бы в пятницу. Я первый раз слушал, мне показалось, там говорит, I love Paris. Paris, да, Paris. Сталинград 3. Ебать. Битва? Смотрели новый фильм? Сталинградская битва. Я тут даже... Обзор от Бэткомедиана. Я уверен, это булочная, блядь. Кто-то не вжал. Вжимаем, вжимаем. В битву. В битву веселее вжимаем. Вжимаем. Сори, я... Кто-то еще? Я, бля. Охуеть. Зима? Сталинградская битва же зимой была? А что, они, наверное, россияне? Да, может быть, и россияне. Но там вообще Советский Союз был. По-моему, ты не за ту команду играешь. В смысле, Сталинградская битва не только зимой была, если что. Вы в таблетке, не только. Не только зимой. Только зимой. А когда там, она началась? Там же, блядь, там вообще пиздец, там драка... Ну, в зиму. Самый замес в зиму пришелся, я точно тебе говорю. Комментарий, что возможно... историк. Да, я за зиму. Я, кстати, вообще правда пиздец был. На здоровье, блядь. А шо у нас нахуй еще по Сталинграду, блядь? Россиянин на арахис. Очередь, может быть. Ход Сталинградской битвы, блядь. Перепись Сталинградской битвы, блядь. Учение по Сталинградской битве. А, может, еще очередь, очередь. Блядь. Наверное, там была россиянин, может быть, там. Уют. А почему, если это просто дуло? Причем тут именно Сталинград написал бы война? Возможно, есть что-то, что именно с ним связано. Да. Может, да. Может, там есть был вегетарианец какой-то, который ел только дрову. Может, радость? Переломный момент. Сталинградская битва, сталинградский шампунь. Ну, типа, россиянина заберем. Да, россиянина мы заберем. Но нужно что-то еще. Сталинградский кабан. Borrow. Ну, слушайте. Ход, наверное, я... блядь. Россиянин и ход сталинградской битвы, блядь. Все. Не, наверное, он соединил и вправду Россию как-то. Ну, россиянин с битвой. Что такое каллиграфия? Каллиграфия это когда это ты... иероглифы. Тип, не... так, мне как, кажется, как это реально это может быть булочная. Да. А, ну сивый почерк. Да, да. А ну. Я сейчас подойду. Иероглиф. Мне кажется, это узор. Лав. No. Я в синей команде. Я тебе говорила, что ты не в ту команду играешь. А я так искренне. Так ты прибавила очко себе, потому что реально в зиму за место шел. Так, на рука узор ты думаешь? Подождите, каллиграфия 2. Узор и рука, да. Ну, Настя, она вечно говорит, ее никто не слышит. Я слышу. Ну да, но она типа говорила про там слово, которое я вообще не услышал. И такой, о, молодца, Миша, точно. Она у нас такая, я это вообще-то сказал. Я такой, да. Потом Лиза сейчас говорит, лап, я, оказывается, за синих играю. И Настя такая, понятно. Скип. Она до этого и сказала об этом. Ребята, у нас время. Да-да-да, нажали, нажали. А, я бы не нажал, вот теперь я нажал. Короче, под Сталинград, я думаю, точно пойдет дуло. Где дуло? А может это фильм «Сталинград» и там трейлер? «Сталинград». Ну, возможно, кстати, реально. Хороший вариант, реально. «Россиянин» и трейлер. «Ванна». «Ванна 3». Нас от «Россиянина» не остановили? Давайте закроем «Россиянина». «Радость» и «Уют» сразу у меня вот как бы две. Сначала закроем «Россиянина», потому что нас не остановили. Мы сказали, что мы его забираем. «Радость», «Уют», «Шампунь». Да кто ж, блять, где? Человек. Алло. Да и нажал? Алло. Да, я а, Карина отошла. Так может паузу тогда? Время перейдет. Карина, я поставил уже. Карина, Карина. Девочка, понятно! Детка, Карина! По кличке Малина. О, есть. Погнали. Что дальше? Ванна 3. Мне тоже чат шампунь. Пишет, Лиз, ты не туда воюешь, а потом, а нет, туда. Шампунь, да, шампунь по-любому. Пиво. Пиво в ванной ебануть вообще. Пиво в ванной охуенно вообще, блядь. Блин, булочный обман запястья, рой, шорты. В шортах нахуй ванну. Нить, зубная нить, может быть? Может, щетина? Щетина. Щетина в ванной. Кто-то таблетки, это, медицину хранит в ванной. Ну, давайте. Я не храню, допустим, я не знаю. А вот алькор нет? Ну, я вижу только зубную нить, если честно, еще к ванной. Наверное, нить. Давай зубную нить. А мне кажется, уют какой-нибудь может. Таблетки некоторые в ванной хранят, кстати. Ну, это я не знаю. Да ты что, охуеть, да ладно.
какие таблетки против этих мышек. Так что мы решаем? Я предлагаю... Ну, банны, может быть, там, типа, вино, шампанское. Может, это это будет уют. Ну, типа, девочки с паузой устраивают уютное. Сталинград трейлер мне реально нравится. Ты думаешь? Ну, Тродос хороший был, да. Я бы просто нить сначала закрыл перед этим, но готов. Можем и нить. Давай нить сначала откроем. Давай. Давай, потому что слишком уж хорошо. Ну и хуй с ним. Мы трейлер в любом случае заберем, так что не страшно. Спортивная. Дорожка, типа, беговая. Гольф, разве? Гольф, да. Ну, гольф спортивный. Бля, да. Сейчас бы в гольфик. Да. Не-не, ты не понял. Именно в такой, чтобы, знаешь, в квартире стакан поставить и ебашить по очереди по мячикам. Может быть, шорты? Дорожка? Беговая дорожка. Ну, допустим. Но мне больше кажется, что это шорты. А почему он написал спортивную? Мне вот интересно. Спортивное может быть... Учение? Нет, ну... Там боркер быкует. В шортах спортом занимается. А у кого боркер? Борг-борг. Ну, шорты как-то хз. Я написал спортивное Е. Может, это учение? Спортивное учение. Учение. Ну, а чё, хуй знает. Надо брать. В голову придёт. У меня есть спортивная булочная. Не, ну, шорты, честно, я не думаю. Поедание булочек на время, да-да. Есть такой у нас, спорт. Кстати, у нас, кстати, помимо боркера, ещё одно на ванну. Тоже а что тогда? Спортивное что? Спортивное запястье? Пиво, блядь. Шорты, может быть. Бля, не, я бы скипнул, если честно. А пока есть преимущество. Лунья? Бля, ну хз. Возможно, это учение. Не просто так написано спортивное, блядь, ну слишком привязано. А мне это кажется, гениально. Почему-то, что... Ну, это как форма одежды. Да, мне кажется, он выбрал спортивное Е, просто чтобы вы к какому-то роду не привязывались здесь все. Охотник. Я вот смотрю на охотника, знаешь, по какой причине, Лиза? Потому что в Сталинградской битве уже был же снайпер Василий Зайцев, блядь. Да, он и, он был охотником. Да, именно... это точно, да и он еще... О, Максим, Василий Зайцев, у него еще пчелы были. У Алькора есть жена. Нет, подождите, у Алькора есть жена. Она после работы приходит, а, и подожди, она хочет побыть одна. Подождите, так то, что фильм ноль, это значит не трейлер. А Василий Зайцев настоящий? Да, у него были пчелы, значит, у него был рой. Какой рой? Пчелы. Давай уют, давай уют. Ну, кроме уюта тут ничего быть не может в ванной больше. Смотри, если это не фильм, значит, это не трейлер. Какой уют в ванной? Вы вот прям заходите? А что еще? Так, а что еще? Ну да, ты смотри, ты книжечку берешь, свечки ставишь. Биология? Может, подъезд, блядь? Что еще, кроме уюта, здесь подходит? А может, очередь на Сталинград? Ванную, да. На Сталинград. Битва россиянин, очередь. Ну, Сталинград, очереди были на этот. Почему? Бля, бля, возьмем нахуй, там хотя бы, блядь, стреляют. Я честно не знаю. А очередь? Автомат стреляет. Очередь на Сталинград. Ну, типа, битва россиянин, Сталинград. Очередь, ну, блядь, очереди же были у них на... Бля, дуло, почему не хотел? Он же написал фильм ноль, не отстреливай, не ориентируйся на фильм. Почему не хотим дуло? Я не надеюсь на фильм. Можем дуло. На фильм. Ну, только потому, что может, Сталинград настолько плохое кино, что его только под пиво надо ебашить. Бля, если честно, страшно нахуй. Я не буду мне вообще голосовать. Мне дуло вообще не нравится. Мне тоже, блядь. Я вообще голосовать не буду. Чего это тебе дуло не нравится? Ну мы открыли уют от ванной. Какой уют в ванной? Наверное, Лиза, там подъезд или кабан, блядь, в ванной должен был быть. Мы не догадались. Да, блин, таблетки больше подходят. Очередь, вечно в очередь в ванную кто-нибудь как засядет. Вот, кстати, очередь неплохая идея. Если бы это Арсений загадывал. Это большая семья, да, типа. Так Алькора, их там двое. Груджи вряд ли в ванную. Да, даже если два человека. Не, ну ему же лапки моют. Графон, вот сядет Краймер срать? Я имел в виду в соло. Наоборот, сядет Краймер мыться, а тебе надо посрать. А не отдельно, наверное. Ну я, блядь, скажу, Крамер, блядь, открой, сторона, пиздец, сейчас взорвусь и все. Крамер такой, ся, дружище. С теленяка наперевес такой, заходи, милый. Ну такой, Миха, снимает трусаны, а там другая челняка такая. Матрица. Матрица — это все большой обман. Не, погоди. Это трейлер. Матрица — это фильм. Ребята, Матрица, ну, Нео, там не настоящий мир, это обман. Обман. А, и таблетка. Таблетка, красная или синяя. Таблетка, да. Таблетка! Кому-то понравилась моя теория. Обман, обман! Блять. Все, я считаю достойно. Спортивные — это шорты! Да какие шорты? Это учение, проверяй, это будет учение. Я уверен, это шорты. Спортивные шорты!
А нет, лучше учение советовать. Учение. Определенно будет спортивное учение. Есть спортивные штаны, есть спортивные шорты, есть спортивные футболки. Да не, ну нормально, мы же два ответили, хорошо. У нас, бля, ребят, тяжело. Ну что, мы скипаем или что? Я предлагаю скипать пока что. Давайте тогда в конце их оставим. Да, давай оставим на потом. Просто он бы написал, что типа одежда У меня вопрос есть. А название мы можем использовать? Если это название, ну там, я не знаю. Назови что угодно. Adidas, типа Coca-Cola? Ну типа да, например, название бренда, название группы, название. Ну если оно не из 10 слов там. Не, ну это название. Да, можно. Да, ебать до сих пор, слышишь? Дима Саша просто... Охуеть, конечно. Димас, это ты ветра пускаешь? Ну, получается, я Зевс. Там завихрение воздуха аж вокруг микрофона. У тебя коты там с ума не сходят дома, не? В ахуе сидят. Хотя не, кошка в ахуе, а пацан ему похуй. Истребителя стрелят, блядь. Надо идти было в Гарлик Фон играть, кстати, или Гартик Фон. Такой толпой. Типа рисовать? Нет, там рисовать надо. Бля, ебать! Это вообще фок бы был просто. А ты другой рукой лезь, так веселее даже. Да что совсем. Там правой-то не всегда понятно, что изображено. Алексей, у нас время уходит, нам тяжело. Кабан! Рой! Охотник! Пиво! О, бля, походу был Зайцев, слышь? Давай рой сначала. Пиво в лесу. Возможно. Не, ну чисто. Охотник, так, а павлин, пиво на шашлык в лес ходит. Так павлин есть. Три уже. Ну пиво в шашлык в лесу. Ход, типа. Ну жених может быть в лесу с такой же, не, с таким, ну, же логикой. Карина говорит пиво, я за нее, давайте. Да. Карина не ошибается. Ну, а сколько мы взяли? Три уже, да? А что насчет хода, типа, по Сандей, Сандей, голосуй. Я думаю, пиво наш вариант. Пиво наш вариант. Мальчишник в лесу. Отлично, все, давайте отдыхать дальше. А если он связал вегетарианца? Согласен. 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 Я за вегетарианца, если честно. Тоже очень неплохо подвязано все получается. Отлично. Ебать, что? Может, жених еще? Карина, а что еще можно есть? Подвязать? Не, больше я, не. Я смотрю на этот успех, ну, я походу... Что, я знаю, что Арсений в следующем раунде напишет в этом свои загадывания, блядь. Биология может с лесом связана быть. Что-что? А? Да, с лесом. Биология. Подумаем над этим. Арахис и биология еще есть. И павлин еще есть. Есть еще дуло. Постоянно. Да, как у этого, как у дятла. Дупло. Ну, не по дупло. Да, ЖКХ, вот, подъезд. Шорты, он бы написал уже 100-500 раз, что одежда ноль. Возьмем шорты, хорошо. Давай ЖКХ заберем. Графон, ты в чем ходишь вот в зал, меня тут спрашивают? В трусах. Ну, в шортах, блядь. Вот, блядь. А на утреннюю пробежку ты можешь выйти, если тоже прохладно, в чем? А если прохладно? Я трусы шерстяные лучше одену. Ну, не, а еще этот ЖКХ. Ну, это же явно спортивное, да давайте прожмем. Очереди в ЖКХ ебанутые вообще просто. А может перепись? Бля, ну хуй знает. Бля, давайте пикнем шорты, я сейчас с ума сойду с этими шортами. Это стоило того. Ну, по крайней мере, вы знаете, что это не шорты. А что тогда спортивное? Уголо. Это учение это, блядь, спортивное было. Он просто привязал именно рот к этому, чтобы мы... Ну, чтобы добавить одно слово. А может быть, спортивное пугало, Рили? Блядь. Или спортивное запястье. Вот у меня запястье больное, не спортивное. Не, ну пульсометр так-то запястье реально может быть. Спортивное дуло на биатлоне. Кстати, да. Щипач. Это обман. Думаю. Ну да, щипач, он типа ворует эти кошельки, да? И что, наверное, с... Штанов нет. Запястье. Запястье, да. Подходит. Подождите, дуло, а булочное. Не знаю, щипает. Ну типа он рукой ворует. Не, щипач. А что еще подходит? А что еще? В очередях они... А, ну очередь, у них ЖКХ, но у них ЖКХ два чел, там вообще определенно, блядь, очередь, нахуй.
Давайте запястье. Не знаю, ну типа считаешь... Перепись населения? Ну у меня типа ассоциация с запястьем была. А при чём тут запястье? Ну типа рукой, ну щипай, чем ты щипаешь? Ну по чем ты щипаешь, блядь, подумай нахуй. Я вот тоже за запястье, если честно. Ну хрен с вами. Ну и победа. Погерс. Ну, улучшенная черная. Ладно, я очередь, пойду. Очередь учения, типа, и последняя оставалась дула, блядь, дула. А спортивное учение, да? А все, а как вы связали... А Сталинград, что было, подожди? Битва, ну, россиянин. Типа, ну он же рукой вытягивает. Да, ворует рукой. Сеня, учение спортивное было, да? Вообще щипач, это больше именно как вор-карманник такой, ну, типа, который что-то спиздил. И запястья могут спокойно... часы, блядь, снять могут. А я думал, он работает запястьем. Ну, я тоже. Догадались, молодцы. А так у тебя могут часы там какую-нибудь эту... Как это, блядь, называется? На руку вешают тоже. Браслет. Короче, браслет, да, может стянуть у тебя аккуратненько. Ладно, а что ты на ванну загадывал? Реально уют? Уют, блядь. Ты а там больше ничего не подходит. Розовые лепестки наложил, там благовоние поставил, пивасик взял, ебать. Че, Максан, ты пошел в Асгардиком все-таки? Не, я пойду, давайте, ребят, спасибо за это. Да, давайте, ребят. Давай. Я тебе сейчас чай принесу холодный. Пока-пока. Спасибо, всем пока. Давай. Давай.